Сейчас ветренько вылетит. Скорая вчера к Владу быстро приехала, ко мне не доехала. Так у меня была температура 39,2, у него голова просто болела. Привет, Витя. Улыбаюсь. Так что сегодня последний денек в России еще. Идем в Швейцарию. Ты болеешь, что ли? Нет. Все с этими волосами, да. Почему не торопитесь за дорогой жизнью, как видите? Почему не торопитесь за дорогой жизнью, ребят? Все можно везде отравиться. Когда обратно в Москву в марте. День рождения буду свой праздновать. Буду праздновать, как изначально хотела. Хотела в Москва-Сити снять. Мама темненькая мне. Нет, Влад по делам поехал. День рождения 20 марта. Сейчас я заблокирую все, достали уже. Пока. Как мама относится к переезду, она меня поддерживает. Человек работает в Швейцарии, творить. Но я работаю в Швейцарии. Куда еду? Сейчас пойду тест на корону сдавать. Тест вчера день рождения праздновала. Кого пригласишь на день рождения с Дом 2? Там очень мало кого бы пригласила. Отношения на расстоянии. Веришь в это? Как вы... Ну, как будет, так и будет. Ничего загадывать не буду. Общаемся, общаемся. Никогда не загадывайте наперед. Да, Стэс нас вчера звала на день рождения, но, к сожалению, мы не смогли приехать. С Еленой уже встретились, мы были у Аполлона дома. Решила не оставаться в Москве, у меня дела, ребят. Сейчас лучше уехать, сделать свои дела. Как-то так.
Нет, брови у меня не татуаж. Нет, с Пинчук не общаюсь. А сегодня что, не встретитесь со Стэц? Потому что я уже завтра улетаю, мне нужно еще сделать дела, ребят. Не могу. У Стэц классно было, зря не доехали. Я верю, что у них там все классно было. Улыбаюсь, все нормально. Ну да, надо сегодня что-то собрать. Что с настроением? Все хорошо, ребят? Только мне лучше. Да, то есть если бы не просто вчерашние 3 часа до нас ехать, это, конечно. Как-то так, ребят. Самое красивое, спасибо. Когда я буду переезжать? Май, июнь. Грустно, что уезжаешь? Нет. Таблетки пьешь, срочно в больницу. Даже скоро не приехала, ребят. Уже прошло отравление. Так что так. Как тебе снегопад? Держи. Капец, капецкий. Нет, к отцу на могилу не съездили. Так уже привыкли, когда ты нас радуешь, особенно когда говоришь о хейтерах. Так пусть что хотят, то пишут. Какая есть, такая есть. Вы говорите, что любите Москву, а сейчас хотите езжать. Потому что мне надо по работе ехать. У меня там начинается квалификация, курс. Я покажу тебе развед. Через дней. Да, вот такая медицина. Лака надо побрызги. Все, глаза на мокром месте, вам кажется. Почему я должен быть на мокром месте? Тесса это сделать. Бабушка трубку не берет.
У меня блесточки, про которые я говорила, Лимель. Убавила уже музыку. Что я типа говорю, давайте какие-нибудь вопросики нормальные. Это Лимель. Фифин задал ваннейший музыкант, окей. Когда обратно в Швейцарию завтра. О, почему такая красивая? Спасибо родителям. Как вы? Прекрасно. Пишите здесь вопрос, я буду здесь отвечать. Бабушка трубку не берет, еще сестре написала. Не хочешь, Дайсон? Сейчас куплю, приеду. Любишь подписчиков? Хороших, да. Какой твой любимый цвет? Не знаю, сейчас больше к черному склоняюсь. Фу, некрасивая, неестественная красота. Хорошо. Какие черты характера ценишь в человеке? Ценю заботу, искренность, доброту. Не люблю лицемеров, не люблю эгоистов. Нельзя быть такой красивой, когда день рождения 20 марта. Почему такая грустная? Давно не была и не выспалась. Какие реснички делаешь, я сегодня выложу пост, ребят, у кого я их делала. Вы очень красивая, классная, спасибо. Огромного счастья желаю, спасибо. Ты лучший, хороший, позитивный человек, не расстраивайся, будет хорошо, благодарю вас. Тебе нравится твой родной цвет волос? Да, я не крашу уже несколько лет. Да, у меня волосы свои, 500 вопросов, свои ли волосы, да. Какое любимое блюдо? Крабовый салат. Ну и правильно, лучше всего надеяться только на себя и заниматься своими делами. Полностью с вами согласна. Кто по знаку зодиака рыба? Хочешь переезжать в Россию на... Да, или наоборот? Ну, хочу. Ну, сейчас я у него живу. Рыбы. Что с настроением? Я не выспалась, ребят, скажу вам честно.
Что дед, если парень обижается постоянно? Не знаю, понимаете, парня. Что бы ты сейчас хотела? Сдать тест на корону. Любишь кошек? Нет. Если бы позвали на Дом 2, ладно, пошли бы? Нет. Ехали 4,5 часа. Бабушка обижена тебя на что? Марина, ты лучше, спасибо. Почему все пишут, что вы расстались с Владом? Не знаю. Сколько тебе лет? 24. Если бы у тебя было одно желание, что бы ты загадала? Чтобы мои родители жили вечно, чтобы у них все было хорошо. Хочешь детей? Сейчас нет. Собак люблю. Куришь электронные сигареты? Нет. Кем хотела стать в детстве? Вы не поверите, хотела стать кондуктором. Брови выщипываешь? Нет. Я думаю, так как ты выросла среди шведов, у тебя больше любовь к России. Ну, не шведов, а швейцарцев, но здесь вы правы. Вот интересненько просто, а как ты знаешь, в тот момент плохое, Влади все равно начала с ним. Я всегда делаю мнение о людях сугубо из своего опыта и своего мнения. Никогда никого не слушаю. Мариша кондуктор, да. Ты сейчас в Москве, да. Почему не любишь Катю? Я к ней никак не отношусь. Не обращайте внимания на этих, которые пишут, что они красивые. Всем спасибо большое. Что планируешь на ближайшие 3 дня? Завтра летаю домой. Живу 3 дня в отеле, чтобы еще раз дать повторный тест на корону. Когда прилечу, потому что я живу с родителями. Потом возвращаюсь домой и работаю. Свою квартиру планируешь покупать, да. Не выспалась просто. Я за него очень рада. Крутая очень, до нас раз тебя. Спасибо. Нет. Рост у меня 174, вес 58. Не говори, как все. Bist du irgendwie enttäuscht? Nein.
Я покупала такую кофточку, это дизель. Ты очень красиво участвовала, спасибо, вы тоже. Женщина должна быть самодостаточной, да, чтобы надеяться только на себя, самое главное. Ты говорила, ты никогда не любила, изменилось ли это или нет? Нет. Ты даже не выспавшийся, очень красивое, хорошее настроение, спасибо вам тоже. Так, все вопросы одно и то же, ищу, смотрю. Нет. Ты мне с первого взгляда понравилась, спасибо. Предпочитать больше классику или спортивный стиль? Классику. Марина внешне такая злюка, но чувствуется огромная доброта. Считаю, странный проект. Спасибо. Это не злюка, это просто вам кажется. Как-то так. Чем занималась помимо бокса? Слушайте, я занималась 6 лет русскими народными танцами в России. Занималась гандболом, теннисом, плаванием, фигурным катанием. Марина, ты Камила, прям тобой восхищаюсь, спасибо. Ну, иногда я даже не открываю, если честно, не отвечаю даже. Да. Загадывал, ребят. Нет. Галер акцент, данка. Was ist dein Sternzeichen, ich bin Fisch? Если была на проекте во время Балтер, как думаешь, вы конфликтовали? Не знаю. Все говорят, что да. Ну, либо бы нашли просто очень хорошо общий язык, либо наоборот. Не знаю, как человека. Зачем он вчера так в историях шутил? Шутник такой. Читала. Давайте еще 5 минуточек. Я тогда уже, наверное, сама поехала тест давать. Валтер, Марсиага, это ужас. Марсиага, это вообще...
No comment. Так. Марина, ты все правильно делаешь. Посредник, какая была по приходу, там два плакала и так далее. Сейчас вообще огонь, супер, умничка, спасибо. С возрастом умнеем, да? Авокадо пойти купить надо. На доме 2 никто спидом не болеет, притрахивает, откуда я знаю. Тебя вам случайно не Ирина зовут? Нет. Так, что там за вопросики? Да, я родилась в России. Не думаю о ковиде, просто узнаю количество антител. Я уже узнавала, у меня 53% в организме их, но скажу вам так, по отлету в Европу нужно сдавать тест, поэтому... Что-то фильтр... Когда не с девушкой, не знаю. Телефон у меня ключ, да? Завтра на тачке уже буду ездить. Надави на газ, не боишься. Ты не нагонишь этот город. Ты либо догоняй, либо подвинься. Я эту музыку слушать. Ладно, ребят, была рада пообщаться с вами. Я поехала сдавать тест.